Все для людей, и на этот раз тоже. Ознакомиться с итогами работы может каждый житель региона. В СГК опубликовали отчет о прохождении отопительного периода и в прямом эфире рассказали, из чего он состоит. На самой встрече присутствовали и работники жилищно-коммунальной сферы. В таком формате компания отчитывается уже второй раз. В городе Барнауле 84% его жителей – это наши потребители, поэтому для нас важно, чтобы горожане знали, как развивается система теплоснабжения, в каком направлении, какие есть проблемы, что мы планируем делать, как расходуются финансовые ресурсы, куда они расходуются. Отопительный сезон в Барнауле длился с сентября до 11 мая, итого 232 дня. За это время специалисты устранили более 450 повреждений на теплосетях. И хотя работа шла не в плановом режиме, в компании довольны результатом. Представители сферы ЖКХ их поддерживают. Квартира стала значительно теплее, жалоб практически нет. Бывают определенные, конечно, моменты на начальном этапе, когда идет запуск отопления, но все вопросы технические, они оперативно решаются, в том числе с привлечением сил управляющих организаций, администрации района и ДСК. Большие планы и на лето. Компания планирует отремонтировать 29 километров тепловых сетей. Стоимость работ более миллиарда рублей. При этом сроки отключения горячей воды уменьшатся до 2 недель, сообщили в СГК. Есть в планах и строительство 3 газовых котельных, если, конечно, удастся договориться с администрацией. Проблема заключается в том, что, к сожалению, мы, имея сегодня и ресурсы, и желания, и возможности, пока не можем приступить к работам, потому что мы с администрацией города Барнаула до сих пор не решили вопрос с земельными участками. То есть мы пока не имеем земельных участков, где эти котельные встали бы. И хотя пока нет уверенности, что выполнить работы получится нынче, представители компании обещают закончить их в следующем году. А жителям региона напоминают, с отчетом компании можно ознакомиться на сайте. Там же работает интерактивная карта, где можно указывать проблемные места. Специалисты обещают реагировать незамедлительно. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком.